Испорченной свадьбой закончился казус с порталом ЕГОВ. Карагандинские молодожены явились в ЗАГС в официально назначенную на портале дату, но учреждение оказалось закрыто. Конечно, разочарование, огорчение, недоумение, злость, все вот это присутствовало. А еще вот это чувство было, когда хочется кого-то обвинить, а винить некого, потому что 14-14, там обычные операторы все, да, они ничего не могут сделать. А директору, естественно, не дозвонишься. На охранника тоже, какой смысл на нее ругаться, она просто, она ни за что не отличается. Молодожены получили официальное уведомление в личном кабинете на портале ЕГОВ, что дата регистрации их свадьбы назначена на 2 июля. На эту дату зарезервировали ресторан, салон красоты, пригласили гостей, приехали родственники из-за границы. Но когда в нарядах и вместе с гостями приехали в ЗАГС, там оказался выходной. Настроение было безнадежно испорчено, расписали молодых только в понедельник. В такую же ситуацию попали еще несколько пар. В АО «НИТ», которые занимаются поддержкой платформы госуслуг, считают, что некорректные данные передают органы юстиции. Но в отделе РАКС винят именно портал ЕГОВ. По закону дата назначается через 15 рабочих дней после подачи заявления. Я считаю, что здесь сбой ЕГОВ произошел. В настоящее время инициировано такое обращение, соответственно, вышестоящие органы, чтобы при подсчете вот этого срока, который назначается для регистрации брака, чтобы вот эти вот выходные дни, они не учитывались, чтобы программа не назначала на выходные дни.